Макс забил свой первый мяч за молодежку, а ведь еще 3 года назад ты занимался легкой атлетикой, в частности, прыжками в длину. Как тебе так быстро удалось непосредственно адаптироваться к футболу? Ну, я не знаю, это как бы, может, судьба такая. То, что давно может играть в эту игру, я не жалею то, что я ушел с легкой атлетики, и я рад, конечно, что я забил первый гол. Но это во многом уникальный случай. Многие вообще восторгаются, как люди из мини-футбола приходят, а ты пришел из легкой атлетики, никак не смежный вид спорта. Ты сам знаешь другие такие успешные примеры? Ну, я не знаю, как бы. Ну, может, есть и есть, конечно, но я думаю, по-любому есть кто-то из профессиональных игроков, которые так приходили в футбол, но я случаев таких не знаю. То есть тебе самому не боязно творить историю, можно сказать? Нет, конечно. Хорошо, расскажи, пожалуйста, о сегодняшней игре. Ты играл вначале справа в атаке, потом в центре нападения. А тебе самому где комфортней? Ну, комфортнее, наверное, в центре, но я справа тоже люблю, можно сказать. То есть мне все равно. Главный тренер похвалил тебя за невероятную скорость, за классный прыжок и говорит, что, в принципе, там, в плане школы все еще поправимо. Ты как вообще считаешь, можешь догнать вот всех тех парней, которые занимаются футболом больше тебя лет на 10? Да, конечно, я смотрю, я наблюдаю за всеми, набираюсь опыта, и я думаю, в дальнейшем я догоню их. Ну, ближайшая цель какая? Естественно, пробиться выше и забивать больше голов.